Ребята, всем привет. Продолжаем проходить Вольфенштейн. Так, добраться до катакомб. Так, я хотел посмотреть по поводу улучшения оружия. Слышь, костюм просто отпад. Ты в нем офигенно смотришься. Так. Доступно все на 10 уровне, да? А у меня 5 уровень. Переходящий потихоньку в 6, да? Земля вызывает. А, во, я могу освоить способности. Так. Так, мышцы. Чё смотришь? У меня что, прыщ скачил? Так. О. Освоим это. Сила. Так, ладно. Внешность. Здорово. Триколор. Цвета французского флага символизируют свободу и братство, или в вашем случае сестричество. Так, это мне пока не надо. Шлем для энергоброни. Усилители. Так, обучение. Коллекция. Так. Вот это вот. О, дробаш. Ствольная коробка. Так, улучшаем. Улучшить. О, улучшить. Все, дробаш улучшили. Так, ладно. Погнали. Я чую, тут рядом бродят нацисты, Джаз. Суперсолдат, блин. Злить. О, пулемет.
Чтобы быстро убить врага, нажмите. Если у врага обычный размер, нет защитного барьера. Ну... Бесшумно устранить его, не выдавая своего присутствия. Бесшумно убийство может совершать даже в том случае, если у врага есть барьер. Так. Что, двигаемся вперед. Что это за ящик? Нажмите левый Alt, чтобы активировать режим наклона, а затем с помощью цифр выберите, в каком направлении наклоняться. Наклоняться в разные стороны, вы можете выглядывать из-за угла, смотреть поверх. Понял. Чё, откуда? Заразу, прям. Броник взяли, все взяли. Собаки, нифига себе! С гранатами. Где пулемет? Давай. Завалили. Так. Ага, левше, чтобы... Ну это и да, с разбега. Во. Сетевые кодовые панели подключены к охранной сети нацистов. Для их разблокировки нужно сгенерировать код. Для этого попросить сестру воспользоваться находящимся неподалеку генератором кодов. Нам нужен код. Проверим будку охранника. Момент.
Так. Восемь, семь, семь, семь. Фига себе. Круто. Так. Все на максимум. Что у нас здесь есть? Что это такое? Молодец, сестра. Жизу нашли. Во что эти мудилы превратили красивый город? Мы выгоним отсюда нацистских тварей, Джет. Погоди. Так. Монетка серебряная. Этот беспилотник отправляется в утиль. Так, надо пробовить. Блин, я так не понимаю, как хвалить на этих супер солдатов. Этим я займу. Кто? Нифига себе. Так, вроде все чисто. Хедшот. Похоже, началась эвакуация мирных жителей. Парижское восстание. Нацисты обосрались от страха. Так. Нет дискеты.
Дискеты нету. Так. Слышишь сирену, Софи? Блин, оглядись-ка, тут никого нет. Будто конец света настал. Чтобы сбить замок выстрелом и открыть дверь, нажмите левую кнопку мыши. Чтобы сломать замок холодным оружием, нажмите колесико. Нажмите их, глядя на противника, чтобы отметить его. Ваша сестра тоже это увидит, отметку. Отметив двух противников одновременно, нельзя... Ага, нельзя отметить двух противников. Если вы отметите врага в режиме одиночной игры, ваша сестра будет считать его приоритетной целью, да? Отметила цель. Отметила цель вон там. Ладно. Ой, это я зря сделал. Да, он бронированный. Чернюжик, быстрее назад, отходим. Так, 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 куда, куда? Быстрее сюда, отходим назад, эй! Вальнули его. Эх ты. Нифига себе. Так, а он там что? Я прибью эту нацистскую тварь! Мини-карт помогает ориентироваться на местности. Так.
свой пароль, я не знаю. Ладно, спускаемся вниз. Собьем его. Чего, откуда его так шмаляют-то? Ахтунг. Вот тебе и ахтунг. Да очки. Так. Че вот это? Винтовка неплохая. Так, нам надо наверх. Тридцать 4, 0, 5. Нет? А какой пароль, как узнать? Интересно. Ладно, пойдем, пароля мы не знаем. У врагов есть несколько уровней сложности. Они обозначаются ритмическим циклом назначенное время. Больше врага, тем и упрочнее броня и терапия. Дизель-крафтер. Что за дизель-крафтинг? Я не знаю, что это такое. И вот эта штука. Нет, не она.
Жестко и очень мотивирует. Так, что у нас здесь? Здесь ничего нет. Текст какой-то текст. Так, нам надо, наверное, вниз. Сейчас здесь осмотримся, да, нам надо вниз. Схема метро. Терепыры районного Парижа связаны со станциями, которые не работают из-за недавнего навыка. С помощью станции вы сможете путешествовать по городу почти без угрозы жизни. После открытия очередной станции вы сможете переместиться туда вместе с сестрой, посетив любую из ранее открытых станций. Понятно. Ладно. Так. Так, так, так. Показать район. Переместиться. Так, интересно, куда я сейчас перемещусь? О, черт! Да, конечно. Это вам. Прошу. Вот это да. Вино чудесно сочетается с шоколадом. Сигарету. Нет, 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 нет. Дым втягивают в легкие, вот так. Понятно. Ах, не будь войны, вы, девочки, сейчас бы радовались жизни. Так что наслаждайтесь каждой секундой, пока можете. Дамы. Я расшифровала данные с нацистского сервера. Рапорты нацистов, выживших при встрече с капитаном Бласковицем. Судя по обрывкам информации, он искал некую лабораторию. Лабораторию X. Он наверняка там. Идемте! Постой, Джесс! Мало кто знает о существовании лаборатории X. Сядь, лохушка! Да пошла. Немецкий знаете? Немного. Эбби. Вот запись сообщения генерала Лотара Бранта. Слушайте. Befindet sich jeweils ein Hauptcomputer, abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Ich will das... Это все, что есть. Ты позволишь? Генерал Лотар построил брудеры, чтобы получить возможность контролировать весь Париж. В каждой из башен есть свой оберкомендант, у которого хранятся ключи. Получив ключи от главного сервера, мы откроем вход в лабораторию X и найдем вашего отца. Проберемся в башни, убьем оберкомендантов, возьмем ключи, откроем серверы, и дело в шляпе. Моего дядю убили нацисты. И дело было совсем не в шляпе. Ой, простите, это просто фраза такая у Артура и Кеннета. Конечно, я же шучу. Я прекрасно знаю выражение про шляпу. О,
Это мне? Спасибо. Софи, боюсь, Брудера вам не осилить. Без должной подготовки вам к этим башням даже не подойти. Удачи. Кстати, если вдруг вам понадобятся сигареты, только скажите. Et bon travail, Би. Прикольная леди. Мы ничего не упустили? Типа? Типа рояля в кустах. Джесс, да расслабься ты хоть раз в жизни. Вроде в начале 19 века, кажется.